Привет. Коняга. Съели комары, да? И мошки. Коняшку. Мне туда. Малина на деревьях. Кто видел? А я каждый год на это смотрю. Вот она на вишне. Вот она. Вот деревья. Туда полезу сейчас. Вроде ничего не видно. А начнешь копаться. Малина. Выносишь куда? Ну все, пока хорош. Смотрите, что я нашел. Как туда залезть? Ё-моё! Смотрите, фух, куда забралась. Вот ее сейчас буду доставать. Я еще так высоко не лазил за малиной. Вот. Это я еще сейчас вниз спущусь маленько. О. Вот он, где я и где она. Вон она. О! Не дотянуться. Будем дотягиваться. Вот еще раз покажу. На вытянутую руку снимаю. Вот малина где. Вот она. Вот такая гроздочка. Фух! Я уже спекся весь. Малиновый рай сегодня у меня. Куда ни глянь, кругом малина. Вот она. И тут малина. И тут малина. Да везде, короче, малина. Я ее уже объелся, а руки сами тянутся. Люди, вперед за малиной. Куда идти? Пойду. И под ногами малина. Она везде. Вот она. Красивый.
Я его рвать не буду. У него корешок надо копать. 9 сил называется. 9 сил. Потому что он у меня есть. Вот здесь сколько его. Приходите, копайте кому надо. О! Фух! Вышел куда-то. Так. Пойду по этой. Потихоньку. Не надо спуститься. Искупаться. Еще одно. Фу. Озеро есть. Как к нему подобраться только? Или еще ниже идти туда? Вот такая у меня прогулочка появилась сегодня, образовалась. Малинки набрал, одной малины брал, полный рюкзак. Вот он. Это кто? Чую коломаны. Ну, мол, крыса какая-то. Домик хороший был. Косточки от малины во всех зубах, во всех двух, остальных, наверное, нет уже, во всех двух, шутка. Вон Иван-чай вижу, подойду я посмотрю к нему, если хороший, я его почикаю. По-моему, он не очень. А к нему даже не пойду. Ну что, его мало. Хм. Красивый. Цветочки у него ядреные. Ладно, поехали выше. Здорово, пацаны. Вот, вот. Че, вода теплая? Да. А? Да. Рыбы поймали? Нет. А че? Камни? А так надо рыбу ж ловить надо. А? Надо рыбу ловить, а вы камни. А? На это, на лесу мы туда. Вот так вот. А я по собачьему лучше всего плаваю. Чё ты не плаваешь? Я попозже буду. А? Потом канал его с ним посмотрим, увидим нас. Да, ладно. Можно, кстати, у твоей мамы просить телефон. Нормально. Все, я ныряю, короче. А, Ромка, можно у твоей мамы спросить? Ноги, Ромка. А так вообще ничего не нифига, видно. Куда я заплыл? Да там встать могу. А, да я вообще могу себе дойти. Ой, тут холодная. А да. Там дальше теплое. Я проверял. Там маленькая. Что вы там еще не плавали? Ой, а вы глубоко. Хорошо. А вы тут давно не купались? Ну, иди отсюда с глубины. Да нормально. Иди отсюда с глубины. Да я бы ее... Упрямый. Короче, все.
О, здесь тепленькая пошла. Тепленькая пошла. Хочешь прикол? Я же говорю, там теплая, да? Где твоя бутылка? Давай. Ой. Все, шутки в сторону. Не получилось. Че, купаться пришла? Или че? Или рыбачить? Пляшет. Ну ныряй давай уже. Ну давай. Ну что кружишься-то? Давай что-нибудь одно делай, одну из двух. Или купайся, или пей. Бабочек лови. Вон чебаки стоят. И вот чебаки стоят. Или караси. Ладно, погнали дальше. Все на хаос. О, сколько ромашка. Ладно, хватит нам на чаек. Тел желтенькие цветочки, а рядом топинамбур опять. Все, варится варенишко у нас. И тут еще есть. Буль-буль-буль-буль. Вот, бабушка у меня наварила малинки. Я принес, скажи. Конечно, я принес, а кто еще? Ну, бабушка ест. Молодец. Давай. Вкусно хоть? У меня тоже слюни потекли. Я, наверное, сейчас тоже присяду. Побалуюсь. Ничего себе, у тебя ванна. У меня кружечка. Кружечка. Как раз по мне. Ну, все понятно. Ну все, приятного аппетита нам. Пошли мы тоже трапезничать. Вкуснятина. То-то же.